Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала нам нужно отключить наше устройство. Свайпаем вниз, нажимаем на кнопочку выключения, нажимаем выключить. И еще раз. После полного отключения устройства нам нужно при помощи шнура подключить наше устройство к компьютеру. Подключаем и зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в режим recovery, и шнур здесь мы можем уже отключить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.